И все начинается с людей. Из их приключений и рождаются легенды. Легенды целых семей. Легенды о путешествиях, о невероятных событиях, о чудесном исцелении, о сказочном месте, где они могут дышать легко и открыть для себя Евпаторию, город-целитель, город-здравница. Поэтому путники останавливались здесь, чтобы восстановить силы. Невероятные соленые озера Лиманы. В местах этих с глубокой древности известны лечебные грязи, целебные минеральные воды, климат, что укрепляет кровеносную систему и иммунитет, и закаты, что бьются о горизонт и разливаются миллионом разных красок в огнях ночного города. Этот край — теплое сердце холодной страны, лечащий душу и тело. Здесь все звучит по-особенному. И даже то, что кажется привычным, превращается в удивительное путешествие.